собрались и, посоветовавшись, решили к вам обратиться с таким вопросом. Сколько можно вам нас возить? Сколько можно вам тратить на наши поездки денег? Давайте мы продадим майки. Да. Давайте мы продадим майки. Моя новая. Спрос абсолютно. На них есть. Спрос на них в Москве даже был. Вот мы ее продадим за 20 тысяч майку. У нас 40. Здесь продадим, доедем туда. Нам даже не обязательно все продавать. Ну 20, да. Ну. Туда, самое главное, а обратно уже там. Мы так обратно заработаем, там, мы так заработаем. Так зато вот. Так зато вот. Не зря же в Москве у нас покупали. Просили молодежь ходить. На Арбате желающих было много. Поэтому мы так и сделали. Мы продаем майки и едем в Москву. Все. Ничего.